Мы продолжаем. Вы знаете, что дуэт Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье собрали в Ютубе миллионы, может быть, даже миллиарды просмотров. У нас в Украине тоже есть дуэт. Замечательный дуэт. Их не смогла объединить ни одна коалиция. Их объединила любовь к опере. Они просто любят орать друг на друга, непонятно что. Встречайте. У Юли хорошие 15-процентные сопрано. У Петра хорошие 5-процентные низы. Петя и Юля. Дуэт Петюля. Томас есть у нас. Мы слышали не раз. Зарплаты поднял всем сотрудникам Рошен. Вода в домах тепла. Бла-бла-бла-бла-бла. У нас есть перспективы поехать на Мальдивы. И газ у вас не факт. А кто оформил газовый контракт? Подписал его в Москве. Батьковщина, здесь же был тогда премьер. Батьковщина, Запорожье, чей был мэр. Кто с регионами мутил большое соглашение. Батьковщина. Виноват ваш Яценюк. Батьковщина. Виноваты все вокруг. Ляшко и Королевская, Пашинский и Турчинов. Откуда все они? Рейтинг очень мал. Это твой финал. Не верит мне народ. А мне, похоже, прет. А я ведь дал без виз. Вот и зашибись. Пакуйте чемоданы. Вас ждут другие страны. Когда? Весной. Едой. Ведь если не пройду на срок второй, что же ждет меня тогда? Барселона! А как же Дональд Трамп, бам-бам? Барселона! А как же все, ведь я не сам? Генпрокурора и премьер-министра и всю семью детей. Голос проекту «Танці з зірками» Марта Адамчук. І голос «Ліги сміху» Вася Гуменюк. Дякую. Ваші облески цим телевизійним людям. Дякуємо.